Армия обороны Арцаха сообщает, что 9 августа с 4 дня до 10 вечера Азербайджан нарушал режим прекращения огня на участке Шошмах и Тарашен на юго-западе Арцаха. Вооруженные силы Азербайджана использовали огнестрельное оружие, а также СПГ-9, выпустив по армянским позициям 3 снаряда. С армянской стороны потерь нет. Генсек ОДКБ Станислав Зась считает, что инциденты на армяно-азербайджанской границе представляют угрозу безопасности Армении. Как сообщает Армянпресс, по словам генсека организации, ситуация на армяно-азербайджанской границе всегда находится в поле зрения ОДКБ. «Мы проводим организованный мониторинг, в том числе с помощью государственных структур Армении. Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности для Кавказского региона и, конечно же, Армении, члена ОДКБ. Если говорить о путях решения проблем, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны. По сути, это был бы лучший вариант для всех, сказал генсек ОДКБ. Делегация во главе с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном прибыла в Москву. Приглашение посетить РФ было получено от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу 26 июля. Как сообщили в Минобороны, в составе армянской делегации высокопоставленные военные генштаба и руководители структурных подразделений министерства. Программа визита довольно насыщенная. Запланирован ряд встреч в различных форматах. В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Дадмибекян состоялось заседание по делу второго президента Роберта Качаряна и бывшего вице-премьера, ныне депутата Национального собрания Армена Геворкяна. Судья подчеркнула, что с учетом того, что Армен Геворкян не явился на заседание по неуважительной причине, суд принял решение подвергнуть Геворкяна приводу на следующее заседание. Учитывая, что судебное заседание не может продолжаться без участия кого-либо из участников процесса, суд отложил рассмотрение дела на неделю до 13.00 17 августа. Сам Геворкян во время судебного заседания находился в парламенте и участвовал в заседании законодательного органа. Оппозиция заявляет, что подвергнуть приводу депутата невозможно. Езиды в Армении чувствуют себя свободно и непринужденно. Об этом на пресс-конференции заявил президент Национального союза езидов Хадыр Хаджоян. «Здесь мы можем свободно говорить о защите наших прав, сохранении и развитии нашей культуры. Нет никакой дискриминации езидов. Община езидов в Армении живет, развивает и сохраняет свои национальные традиции», сказал председатель Национального союза езидов. Он также отметил, что поскольку у них нет государства и соответствующего представителя в ООН, езидская община ожидает, что Армения станет глазом езидского народа на международной арене в деле признания геноцида езидов. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5697 человек, 54 пациента скончались. Как передают «Спутник Грузия», по данным сайта Национального центра контроля заболеваний, с начала пандемии в стране выявлено около 456 тысяч случаев заражения. Из-за беспрецедентной жары и засухи на территории Греции за последние несколько дней вспыхнуло 586 пожаров. Правительство обещает пострадавшим согражданам финансовую помощь. С этой целью премьер утвердил дополнительный бюджет в 500 миллионов евро. С огнем борются более 1000 греческих пожарных, к которым присоединились спасатели из Великобритании, Франции, Румынии, Швейцарии и Украины. Знаменитый Тауэрский мост в Лондоне в понедельник застрял в разведенном положении из-за технических неполадок. Как пишет русская служба BBC, их обещали устранить в течение нескольких часов, однако это не удалось сделать даже к утру вторника. Движение в районе моста на обеих берегах Темзы затруднено.